если это День защитника Отечества, то я считаю, что все-таки, наверное, нужно служить, чтобы заслужить этот подарок. Если это был бы День мужчин, да, пожалуйста, можно дарить. Но вот мой, например, супруг служил, и поэтому я с удовольствием, с радостью каждый год дарю ему подарки. Нет, не стоит. Муж не служил вообще-то. За что дарить? Я подарила. Мне подарили. Что? Мужчина не только тогда мужчина, когда он служил. По поступку, наверное, надо судить. А мне кажется, стоит мужчина же. Стоит. Даже если не служил, он защищает своих детей, жену, свою семью, своих близких. Я считаю, не стоит. Если человек не служил, если он отмазался, какой смысл вообще-то дарить ему какой-то подарок? Хочется порадовать любимого мужчину или папу подобный подарок.